Все, уже можно гулять, скажи, Бадрентон, уже. Это же не важно, где гулять, что гулять. Тебе нравится рука, нормально? Да? Мы приехали гости из Саратова, которые, возможно, в Саратове сделают центр реабилитации диких животных. И сейчас помогают птичкам. Мудрый рух. Рух. Мудрый рух. Мудрый Ксения. Рух. Ксения. Вот. Да, сладкий мой. Вот. И пошли гулять в выдру. Да, выдру. Оп, все. Все, уплыл. Ты такая красивая, красивая, замечательная выдра. Такой огромный, он больше кошки. Ну, он вообще, да, он такой с лисичку, на самом деле, только на коротких ногах. А сколько он весит, не знаете? А, сейчас не взвешивала, давно не взвешивала, надо будет. Ну, а в районе 7. Где-то. Хороший кот. Такой, да. Скажи, я такой. Нет, еще он молодой все-таки, он еще наберется, то есть, ну. У них даже после своей еще как бы гона-то полноценного не было. Все, ему второй год. Ага, вот. Поняла, да. Очень вежливо объяснил, что не надо. Такие, да. Не, он может невежливо. Он может прям знатно это сделать, но... К счастью... Ну все, у нас выдра ушла. Он в поисках все. Далеко? Я, говорит, так, это заплыв пошел. Да, плюх. Плюхингтон, давай. А, мы там с тобой застрянем сейчас. Скажи, вот. Не застрянем. Ничего страшного. Ой. Давай, дышь, давай. О, нет, нет, застряли где-то. Подожди, теперь до тебя дойти надо. Какой-нибудь пенек, небось, навязался уже, да? Где там навязался? Все. В нырк. Да, выдры могут плавать где угодно. Где ты? Застрял. Ну, Выдрентон, как ты так умудрился завязаться под снегом? Скажи, пожалуйста, как можно в снегу завязаться? Все, ура. Отодрали тебя. Спасибо. Отодрали тебя. Ой. Нырк. Да, ты скучал? Ты очень скучал, да, я слышала, да. Ты кричал, кричал, да. Вот такой сладкий мальчик. Ярик, ты тоже пойдешь? Подожди чуть-чуть, сейчас. Призывный клич, да. Скажи, призывный, скажи, мама, услышал? Кричу. На всю Ивановскую, скажи, кричу. Вот такой вот, да. Сейчас, Ярик, подожди. Просто он бы орал все время, это Ярик. Потому что тут, извините меня, конечно, привилегия у тех, кто громче вопит. Ну, потому что нельзя погулять человека, а потом, вы слышишь, сколько времени будет бедный выдра кричать и переживать, что к нему не идут. Все. Все. Дурак. А здесь вообще у волка пруд. Вот там, где я хожу, тут как бы вода. Будет. Ну, в смысле, есть, наверное, где-то подо мной. Вот. Поэтому выдры тут любят тусить. У него пока нет, скажи, своего пруда, да? Мне, скажи, не откопали в этом году еще. А Ярику откопали. Один плюс болот, конечно. Копнул трактором, вот тебе водоем. Все, как бы, никаких заморочек. Не надо там вот это вот все. Что-то куда-то выкладывать там, обкладывать. Просто копнули трактором, как бы. И вот. Угу. Ой, ё-моё. Да. Ой, кто такой красивый? Это кто такой красивый-то, господи? Кто такой красивый? Кто такой у мамки жирный? Кто жирный? Что у тебя на хвосте такое? Подожди. Сосулька на хвосте? Да ладно тебе, что другаешься? Я же не отбираю сосульку-то. Пускай будет сосулька. Кто-то просто хвост свой насасывать любит. Он обслюнявленный. Но он так успокаивается. Такое часто бывает у искусственников, что им как бы надо это...
какие-то успокоительные эти истории принимать. Эй! Блин, там не видно его. Вылезай! Вылезай, говорю. Слышишь, земляков? Вылезай. Иди сюда. Иди сюда. Вот ты мой сладкий. Вылезай скорее. Ты воду нашел, да, я смотрю, судя по грязи. А там собака пришла, да. Гера, нельзя. Да? Собака пришла? Интересно тебе? Интересно ему. Намок. Он там искупался где-то, он в воду дошел. Да и не кормил бы ты его, я его выгулять хотела. Я его хотела выпустить. Не надо. Слышь, не надо. Не может открыть его. А, не открыть его, да, будет? Гера, нельзя. Гера, нельзя. Аккуратно. Гера, нет. Верда, на. Верда, бябяк. Бябяк. Нет, 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 нет. Все, все, кричит. Видишь, он на тебя. Да? Ты мой маленький злудень. Да гулять он хочет, блин. Я попробую его открыть. Может, я сейчас... Ты, а, скажи, я там собаку погонял, я теперь иду туда. Так, только быстро, близко к волку не идем, Выдрингтон, я же сейчас, и подожди. Нет, нет. То, что ты укротитель собак, еще не значит, что Ярик тоже готов будет с тобой дружить. Какого снегу он там воду добыл? Он же мокрый вылез, башкой с мокрой. Он под снегом где-то еще умудрился докопаться там до канавы все-таки. Чпок. Ну так он и плавает. Что ты хочешь? Да? Дри-дри. Не, не надо запутываться. Под кустами не надо запутываться, да. Нельзя к волку. Нет. 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 Слишком смело, я смотрю, ты Выдрингтон. Ты уже получил, как бы? Все, пойдем кушать, Дри. Опа. Пошли кушать скорее. Садиться, он не хочет. Нет, садиться. Не-не-не, туда нельзя. Пошли. Подожди. Нет. Подожди. Я пошел. Я уже добыл еду. Только забери свой туда, пожалуйста. Так, теперь. О. Людей много? Он может сейчас агрессировать легко вообще за еду, еще за что-то там. Вот такое. Скажи, мы же злые выдры, да? Злые. Стой спокойно. Постой, мин. Вдруг ты еду хочешь отобрать? Нет. Не знаю, что я не хочу отобрать еду. Он скорее вас подозревает в этом. У меня есть на руках. Так, подожди, стой, 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 снимайся, да. Все, ну. Перепелку забери, шлейку отдай. Молодец. Все. Нагулялся, сказала. Я, говорит, нагулялся тут, мам. Все. Подозрительные на это все. Там Гера. Все вот. Не оббиваются? Нет, не оббиваются. Но здесь инвалиды, поэтому все кривые и ломаные. Вот, то есть все же, что приличное, оно все выпущено, как ты понимаешь. Не сезон же. Вон. Да, мои? Мои. Да, мои. Мои. О, да. Такие ребятки, да. Вот. Инвалидосы. Вот, поэтому инвалиды, к сожалению, бывает, что просто вот те, кто видишь, вот такой вот коршак как бы портит себе этот хвост, потому что он, ну, трёт. Но я, кстати, ничего сделать не могу, он его по полу возит. Что с ним сделаю? Ну вот, коньяки нет. Не обивают и не портят. А еще корова, которую никто не выгоняет, которая сама ходит на снег. Да? Которая пусыстая, скажи. Ну, такая шуба. Пусыстая. Шуба, да, вот она, не хочу.
Ой. Тё, скажи, оделась я, да? Мохнатая корова.